Всем добрый день. Сегодня хочу сделать обзор заказа под парфюм Де Париж. Такая пришла коробочка. Сейчас рассмотрим. Это здесь сказали новинки, какие появились к Новому году. Как раз можно заказать. Быстро присылают. И цены, можно сказать, нормальные здесь. Упаковка наша. А ароматы, как пишут они, из Франции. Давайте рассмотрим. Вот два таких больших флакона. Это женские духи. Парфюм Де Париж 100 мл здесь. И пишется: мы являемся поставщиком французской парфюмерии номер один в Украине. Премиум качество, стойкость до 24 часов. Центральное производство находится во Франции в городе Грасс, мировой столице парфюмерии. Я раньше делала обзоры. Многие заказывают, очень многие заказывают, я знаю. Вот, 100 миллилитров, вот такой парфюм Нина. Нина, в описании пишут Нина Ричи. Основной аккорд цитрусовый, сладкий, свежий, фруктовый. Что-то такое нежное. Да. На подарок отлично. Так, ставим коробочку. И второй парфюм. Также 100 миллилитров. Вот. Конечно, сложно прочитать. Коко Маде Моинселли. Что-то так. 100 миллилитров. Запах цитрус сладкий у них, роза, бальзамический, в общем. Это более такой сильный запах вот этот. Нина, то более нежный, это более сильнее запах. Будет держаться хорошо. Со шлейфом. Вот. И еще вот такие новинки. Это как пробники у них. По 50 миллилитров. Или по 30. Weekend. Дальше. Lost Cherry. И третье. Климан. Климат. Вот эти написано, чтобы сразу, допустим, большую емкость не покупать, можно купить вот такие вот. Тоже дублируются и названия, и запахи. Только пластиковая бутылочка, они недорогие, эти запахи. Такие все есть в бутылках. Ах. Запах слышно. Вот этот самый нежный, самый тонкий. Эти чуть посильнее запахи. Так что, ссылки оставлю под видео на парфюмы. Там будет промокод, по которому каждый, кто зарегистрируется, получит скидку 30% на весь ассортимент при оформлении заказа. При оформлении заказа также менеджер проконсультирует. Там все есть, адреса, телефоны, все. Так что покупайте подарки хорошие к Новому году. К Николаю тоже быстро доходит. Вот. Сегодня, завтра сделали заказ, до воскресенья смело дойдет вам посылочка. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч, и всего вам
самого